Ребята, всем привет! Сегодня у нас сентябрь, новая загрузочка. 21 число сентября, быть точнее. В общем, короче, нахожусь я на Рябиновой, грузим тапочки. Ставки на спорт! 1xp! Большие выигрыши! 1xp! Быстрые выплаты! 1xp! Надежный букмекер! 1xp! Компания. Вот на таком, короче, здесь не предприятие, здесь склады. Прицеп оставил, прицеп стоит сейчас там на складе. Вот, пока грузим машину. Потом будем грузить прицеп. В общем, короче, с прицепом здесь ездить жестко. Грузят китайцы, китайские тапочки. Под фирмой Сказка, если кто знает. А в общем, короче, сейчас будем дорогу вам показывать. Сейчас, наверное, будут грузить прицеп, скорее всего, а потом догружать машину. Очень было сложно поставить здесь прицеп. Очень сложно, потому что места мало для разворота. Тут фуры, видите, как подламываются. А я тут прицеп поставил. Поэтому... сейчас посмотрим, что там будут грузить, как что будут грузить. В общем, все увидите. Камеру беру с собой. Вот, вот прицеп стоит. Так. Вот это вот у них коробки. Не, зачем вы туда ставите это? Не надо. Что, здесь тоже надо считать? Да. Все, считаем тогда. Так вот, короче, такие коробки, надо их все считать. Короче, чтобы что-то там все сошлось. А будем забивать весь прицеп. Так, вот я считал предыдущие коробки в машине. Сейчас считаем. Здесь еще у нас будет третья точка на складах загрузки. Вот они, коробки. Вот это, видимо, все мои тапочки. Тапочки грузим. Капец. Зацепляться потом будет, конечно, сложновато. Но, думаю, нормально. В общем, все, грузимся. Все, ребят, выезжаю, загрузился. В общем, выезжаем на Рябиновую обратно. И все, поедем через Москву, потому что МКАД закрыт сейчас. Нам недоступен. Поедем через Москву.
Так, друзья, приехал я в Рязанскую область, Путятина. Первая моя остановка. Это Рязанская область, еще раз. Путятина. В общем, короче, встал. Припарковался более-менее ровно. Правда, раза с пятого, наверное. Опять у меня травит этот кран. Как обычно. В общем, туда не смог близко встать. Места мало было. Через правое плечо, как обычно, парковался. Поэтому встал здесь. Сейчас посмотрим, все, обойдем. Пломбы повешаем на всякий случай. Чтобы этот груз у нас такой специфический. Так, фонарики, все горит. Ну вот сюда еще спокойно фура заедет. А я здесь вот так вот встал. Капец, я длинный. О, кран опять шипит, то шипит, то не шипит. Так, сюда пломбу повесим и туда. Все, в общем, короче, пойду покушаю и буду, отдам в прачку все вещи.